Всем привет! Меня зовут Ника и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я бы хотела вместе с вами оформить странички на август в моем блокноте. Я подготовила несколько идей и надеюсь, что они вам понравятся. Давайте перейдем к первой странице. Для начала сделаем что-то вроде разделителя, чтобы мы поняли, что в нашем блокноте начался август. На бумажке в клеточку расчерчиваю календарь на август. Вырываю квадратик, и сейчас возле этого календаря мне нужно оформить что-то вроде рамочки, небольшой композиции. Для этого я использую декоративные скотчи и прочие украшения. Приклеиваю сам листочек и добавляю вот такие вот наклеечки. Пишу название месяца при помощи маркера. Добавляю разные каракульки, чтобы выглядело интереснее. Обвожу название ручкой, чтобы было ярче. Рисую небольшие звездочки для украшения. Перейдем ко второй страничке. Здесь у нас будет большой календарь. Сверху делаю небольшую цветную полоску из декоративного скотча для украшения. И, конечно же, расписываю даты с подложкой из кругляшка, нарисованного маркером. Добавляю кружочки на рандомные дни, просто чтобы страничка выглядела интереснее. Вот такой вот милый получился разворот, мне он очень нравится. Дальше странички я буду делать в тех же цветах. Переворачиваем страничку и теперь чертим календарь на две страницы, для того, чтобы прямо планировать весь месяц. То есть в этих крупных клеточках вы можете писать конкретное время и какие-то важные события. Сбоку осталось место, так что расписываю каждый день, чтобы написать какой-то план. Сверху также для декорации приклеиваю скотч. Оставляю окошечко для названия месяца. Подписываю дни недели. В следующем развороте у нас будет что-то вроде листа с покупками, с какими-то идеями, хотелками, а также мини-целями. Не обязательно здесь загадывать что-то очень грандиозное, просто какие-то дела, которые вы хотели бы сделать в этом месяце. Я сделала в два столбика и рисую вот такие декоративные цветочки по бокам. Рисую небольшого персонажа и цветочки при помощи масляной пастели на вот таких вот цветных бумажках для декорации следующей страницы. Приклеиваю картинки и украшаю их наклейками и скотчем. Теперь снова черчу небольшую таблицу. Это будет страница для книг. Те, которые я прочитала за этот месяц. 4 графы с автором, названием, оценкой и датой прочтения. Также есть поле для заметок.
Следующая страничка у нас будет с временем подъема. Я решила, что это довольно полезная страница, поэтому сохранила ее еще с июня. Украшаю такими вот миленькими наклейками верхнюю часть с заголовком. Дорисовываю звездочки и, конечно же, пишу все даты в три столбика, чтобы рядом писать время подъема. Здесь будет небольшой график. На этой странице мне хочется сделать небольшой трекер привычек, так называемый. Он делается в основном в двух форматах, мне больше нравится в виде таблицы. Пишу даты и в столбик пишу все пункты, которые мне хотелось бы отслеживать. Вырезаю. И приклеиваю на страницу. Советую делать это все на листочке или в клеточку, или в точку, чтобы не чертить столбики. Такой вот разворот. Следующую страницу я назвала «Месяц во вкусняшках». Оформляю календарную сетку. Нарисовала также вот такие вот два десертика. И здесь я буду писать какие-то вкусняшки, которые я ела в этот день. На следующей странице делаю необходимое количество календарей. И это будет страница для отслеживания контента. Если у вас есть свой блог, я думаю, вам было бы это полезно. Это тоже формат трекера, но немножечко в другом оформлении. То есть здесь нужно будет закрашивать кругляшочки даты, в которые вы делали то или иное действие. Это конкретно я делала по видео, по монтажу и так далее. Вы же можете также сделать и с учебой, например. Вот такие вот развороты получились. Я очень надеюсь, что они вам понравились. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Может быть, у вас есть какие-то идеи. Напишите, ведете ли вы дневник и что бы вы хотели видеть в следующий раз. Всем большое спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео.